том, что наука может быть занимательной, а умным быть круто, эти мальчишки и девчонки узнали совсем недавно. 18 марта школьники и воспитанники интерната Черлакского района отправились в Омск, чтобы посетить необычный музей – лабораторию занимательных наук Эйнштейна. Экспонаты трогать руками можно. Об этом юных посетителей предупредила экскурсовод и предложила самим проверить в действии законы физики, математики, динамики и геометрии. Мне очень понравилось здесь, ну, особенно бочка с выстрелом воздуха. Впечатлений у меня очень много. Маятник Максвелла, рычаг Архимеда, вечный двигатель. От постижения науки ребят за уши было не оторвать. И чем глубже они в эту науку погружались, тем больше впечатлений получали. Инертные газы, которые находятся внутри нашего шара, они переходят в состояние плазмы. Если мы прикладываем руку, то можем поймать этот плазменный луч. Что тебя удивило? Плазменный шар, который проводит ток по телу. И если прикоснуться к лампочке, она загорится. Больше всего мне понравился электрический шар. Там так интересно, что руки прикладываешь, как будто электрошок, а на самом деле вообще ничего. Ничего не испытываешь, но какая-то радость в душе какая-то появляется. До физики я еще не дошла. Но мне здесь очень понравилось, просто я буду знать, что в будущем мне нужно будет учить физику так, как она мне очень понравилась сейчас. Приезд ребят в Омск на экскурсию стал возможным благодаря совместным усилиям регионального министерства по делам молодежи и дирекции музея. Мы стараемся ребят сюда приводить, а наши ребята, взрослые, те, кто этим занимается, мы их приглашаем и в наши оздоровительные лагеря, приглашаем на наши площадки, где мы проводим выставки и разные мероприятия. Мы их приглашали и на губернаторскую елку, где огромное количество ребятишечек. Кстати сказать, лаборатория Эйнштейна – проект молодого предпринимателя. В 2014 году Артем Шицко заручился поддержкой министерства и открыл собственное дело. Теперь сам помогает тем, кто в этом нуждается. У меня сразу появилась такая идея, чтобы помогать, хоть какой-то помощь предоставлять детям, чтобы вот можно было наш музей посещать на бесплатных, посещать бесплатные экскурсии. В конце экскурсии по занимательной науке перед ребятами предстал бесстрашный ловец электрических разрядов и самые настоящие катушки Тесла. Впечатления от шоу стали яркими и незабываемыми.